Друзья мои, всем привет! Каждый из нас любит World of Warcraft за разные вещи. Кто-то за эпичную историю и лор, кто-то за интересные бои между игроками, кто-то за приятную стилистику и геймплей и так далее. В общем, у всех свои предпочтения. Но что точно нравится большинству, так это особый юмор разработчиков, который вообще является характерной чертой Blizzard, ведь каждую из игр они приправляют щепоткой юмора, иронии и даже сарказма. Но иногда это, конечно, больше, чем щепотка. Естественно, мир военного ремесла стороной не обошли. Он просто наполнен огромным количеством разного рода шуточек и достаточно забавных отсылок. Ну а если вы по каким-то причинам вдруг в этом сомневаетесь, данное видео точно изменит вашу позицию. Ведь специально для вас я отобрала самые забавные и смешные квесты World of Warcraft. Так что скорее заваривайте чаек и усаживайтесь поудобнее. Приятного просмотра! Начнем мы с задания «Добро пожаловать в систему». Название, к слову, самое, что ни на есть подходящее для этого квеста, ведь вас буквально погружают в систему игры и дают возможность кое-какое время побыть настоящим квестгивером Азерота. Во время выполнения вам предстоит выдать задание трем совершенно разным игрокам. Первый – это типичный нуб Undead, который ничего не умеет и не слушает вас, когда вы объясняете, куда идти и что делать. В общем, классика. Второй – огромный орк-воин на ледяном драконе, возомнивший себя гиперкрутым игроком, а на деле являющийся простым слакером. И третий – заевшийся твинк, весь в наследуемом шмоте, верхом на небесном скакуне и грозящийся начать писать на форумах гадости, если вы не дадите ему достойные задания. Он ведь у нас такая важная персона, требующая отдельные, сложные, ну и просто крутые квесты. Вам же, как истинному, терпеливому и воспитанному NPC, придется все это терпеть и молча выдавать квесты этим прекрасным ребятам, с которыми вы, кстати, еще можете не один раз встретиться. Это, как по мне, большой плюс. В общем, такое вот веселье. Обязательно сами выполните это задание, оно точно заставит вас улыбнуться. День, когда пришел Смертокрыл. Это, на мой взгляд, вообще одна из самых упоротых квестовых цепочек в Варкрафте. В далеких и забытых бесплодных землях находятся три искателя приключений, которые с удовольствием поведают нам о событиях дня, когда уважаемый Нелтарион вышел из спячки и начал не по-детски так буянить. Каждый из героев расскажет нам конкретно свою версию происходящих событий, и поверьте, каждая будет краше другой. Один, видите ли, врезал Смертокрылу по зубам, ибо нечего тут фигней страдать и портить людям жизнь. Другой схватил его как котенка из-за солнца и швырнул на другой материк, все по тем же причинам. В общем, как видите, никакого преувеличения, все как есть. Но тут на самом деле лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, потому как наблюдать этот бред буквально вживую намного веселее. Поэтому после просмотра ролика обязательно бегите выполнять это задание, если у вас, конечно, есть такая возможность. Если же нет, то можете заглянуть в описание под видео, там есть ссылочка на ролик с выполнением этой цепочки. Как говорится, рекомендую. Так, идем дальше. Благое дело. О да, детка, Blizzard все-таки могут, когда захотят. На самом деле данный квест – это жирная и черная отсылка. Но давайте пойдем по порядку. В этом задании нас просят спасти 15 прорастающих людей. Да. Дело в том, что бедолаги стали достаточно своеобразным огородом для местных вурдалаков, которые периодически приходят ими подкрепиться. Для выполнения квеста нам дают одну чудесную лопату с просто отличным описанием – разбивает черепа прорастающих людей. Это благое дело, приятель. И тут даже не поспоришь, ведь действительно благое дело. Угу. Ну а дальше перед нами встает выбор, мы можем выкапывать людей или убивать их. Но не каждый знает, что в зависимости от нажатой кнопки мыши, лопата выполняет два разных действия, либо сносит голову с характерным звуком, либо выкапывает несчастных.
Если же вы остановились на первом варианте и решили, скажем так, собрать урожай, да, то после сноса нескольких голов вы получаете баф «Вынос мозга», у которого тоже просто отличная приписка. Возможно, теперь вы иначе будете понимать значение слова «благое». Просто прелесть, Blizzard. Спасибо, обожаю вас. А что касается отсылки, квест, видимо, был сделан под впечатлением от ужастика «Адский мотель» 1980 года. По сюжету Винсент и его сестра Ида являются собственниками придорожного мотеля, а также предприятия по производству колбасных изделий. Ночью Винсент и Ида избивают до полусмерти поселяющихся в мотеле туристов, после чего закапывают их живыми в своем саду, таким образом, чтобы на поверхности оказывались только головы. Ой, они окуривают их ароматным дымком, откармливают, а по прошествии некоторого времени трупы становятся первоначальным материалом их знаменитого копченого мяса. О боже мой, какая гадость! Который раз читаю это описание, и каждый раз отвратительно, фу, боже мой. Какая гадость. Но при этом, черт возьми, этот квест заставил меня улыбнуться. Наверное, я очень плохой человек. Такова жизнь, что тут скажешь. Вообще, в World of Warcraft есть еще очень много всяких забавных квестов, чего стоит хотя бы задание «Гномоцид», в котором нам предстоит уничтожать тысячи гномов, катаясь на огромном огненном шаре с огромной скоростью. Или, например, да вы из Англии. Или, например, квестовая цепочка Максимилиана Североземского в кратере Унгора, которая является жирнющей отсылкой на небезызвестного Дон Кихота. Эти задания тоже очень забавны, но, как по мне, они сильно уступают квестам, о которых я вам сегодня рассказала. О да, особенно последнему. Да-да-да. Ну и все-таки давайте не будем забывать о том, что юмор, как-никак, вещь довольно субъективная. И не всегда то, что смешит одного, способно рассмешить и другого. Поэтому, друзья, не держите на меня зла, если вдруг мои взгляды и предпочтения не совпали с вашими. В любом случае, комментарии под видео всегда для вас открыты. Так что смело пишите свои мысли. С радостью почитаю. А на этом у меня пока все. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если вам нравится такого рода контент. Все-таки, когда я вижу ответную реакцию с вашей стороны, я с еще большим энтузиазмом приступаю к созданию новых видео. И это просто лучшая мотивация для меня. Желаю вам прекрасного дня и такого же настроения. До скорого!